А врачи окружного кардиодиспансера активно работают в мессенджерах. Через Viber и WhatsApp они напоминают больным о госпитализации. Оказывается, 3% пациентов просто забывают лечь в больницу на лечение. В результате приходится переносить дату госпитализации, вновь записываться на прием и сдавать анализы. Не говоря о том, что за это время состояние здоровья больных может ухудшиться. Раньше их оповещали по телефону, но, как показала практика, некоторые югорчане игнорируют входящие звонки. Кто-то не отвечает на незнакомые номера, кто-то находится за пределами региона в роуминге. Правда, полностью перейти на новую систему медикам не позволяет отсутствие у пациентов мессенджеров. Как правило, это пенсионеры. А среди людей трудоспособного возраста такая форма оповещения негативной реакции не вызывает.